Сотрудниками наркополиции были задержаны 44-летний мужчина и его 43-летняя жена, проживающая в селе Нижняя Шиловка, которые занимались незаконным сбытом марихуаны. Ранее местный житель уже был осужден за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Освободился менее года назад, но снова занялся криминалом и вскоре попал в поле зрения наркополиции. Жена помогала ему в незаконном бизнесе. Итогом оперативной разработки стало задержание обоих супругов. Автомобиль, в котором сочинцы возвращались домой с крупной партией марихуаны, был остановлен на въезде в город. Осматривая машину, оперативники нашли 3 свертка с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения. Наркотик был спрятан под задним пассажирским сиденьем. По заключению эксперта, вещество признано марихуаной. Общая масса 2 килограмма 260 граммов. Оба супруга задержаны, возбуждено уголовное дело. Хотя задержанные утверждают, что марихуану приобрели и привезли в Сочи для личного употребления, следствием рассматривается и версия о наличии умысла на дальнейший сбыт наркотического вещества. Об этом говорит вес изъятого наркотика, а также другие имеющиеся доказательства. Объективная оценка противоправной деятельности сочинцев будет дана в ходе расследования уголовного дела.